На очереди битва самых продвинутых технологий, и сегодня за звание лидеров поборются PC и Mac. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. They are... PC? PC по праву можно провозгласить лучшим другом офисного работника. Более 90% пользователей коротает 8-часовой рабочий день именно в его компании. И это не мудрено. Большинство существующего программного обеспечения разработано под PC. Mac в офисе – птица редкая. Его заносит сюда в исключительных случаях сам владелец, продемонстрировать свой безупречный вкус. Бытует мнение, что именно на Маках создают свои шедевры самые лучшие разработчики, дизайнеры и другие творческие личности. Перейдем к самому волнующему моменту. Технологии, трепещите! Выбор отнюдь не последних в российской ИТ-индустрии людей. Что вы выбираете, PC или Mac? PC. Под PC все-таки более легче найти какие-то приложения конкретные для решения моих повседневных задач. Для отдыха точно выбрал бы себе PC, потому что я использую какие-то специализированные программы, может быть, сам какие-то программки пишу небольшие, и мне было гораздо проще общаться с той средой, которая мне понятна и знакома. Mac. Я уже его выбрал, потому что приятно. Ну, как известно, короче, я такой же, как и мои дети, наверное, когда им хочется красиво и удобно. У меня есть iPad, и я чувствую, что iPad – это очень хорошее изделие, но оно имеет очень серьезные ограничения, так сказать. PC в этом смысле ограничений не имеет. Ну, какие? Например, я не могу запустить презентацию PowerPoint на iPad, да, и заниматься разработкой презентации где-то в дороге, там, в пути, в поезде, в самолете, да. На ноутбуке это легко. Недавно выбрал Mac. Стал жертвой яблочной технологии, в общем. Началось с iPad, продолжилось айфоном, теперь у меня дома MacBook Pro стоит. PC, потому что на Mac не существует огромного количества приложений, которые мне нужны в моей жизни. Mac. С возрастом начинаешь ценить удобство. PC. Традиция. Я работаю на Mac. Ну, во-первых, более дружественный интерфейс операционной системы. Ну и привычка. В основном пользуюсь ноутбуком, потому что приходится очень много работать, работу брать на дом, и таким образом удобнее пользоваться ноутбуком. PC. Конечно, PC. PC – это стандарт для корпоративного сектора, поскольку, в общем-то, я занимаюсь этим профессионально, безусловно, мне интересно то, на чем работает большинство моих пользователей. Планшеты, iPad – чудесная технология, но абсолютно закрытая, обладающая множеством неудобных особенностей типа отсутствия портов, невозможности что-то там нормально скачать и использовать, например, те же карточки без дополнительных девайсов. Поэтому я думаю, что в будущем конкуренция Mac'у со стороны PC-лагеря будет нарастать, будут появляться все новые и новые продукты, которые не то что потеснят Mac, но вернут его в некое конкурентное рыночное состояние из нынешнего, когда, безусловно, Mac в части планшетов – это близко к 100% рынка. В личном плане я использую активно Macintosh. И скажу честно, вообще приход в компьютерную область у меня начался с того, что я работал на компьютере. Первый мой компьютер был Macintosh еще в 80-х годах. Hello, I'm a Mac, and I'm a PC. Благодаря приверженности российских пользователей к традициям, в этом бою победил PC. Свою битву за пользователей детище софтверных гигантов продолжит уже за пределами нашей программы. Это была «Битва технологий». В роли репера выступала Яна Ухорская. До встречи на CNews TV.